Сила, скорость и техника – вот три составляющие профессионального спортсмена, когда дело касается борьбы на руках. Якуб Малороев уже 5 лет увлекается армрестлингом. Годы тренировок не прошли зря. Призер чемпионата России достиг главного – занял 1-е место на чемпионате мира на левую руку. Опыт есть, остается только со всей ответственностью подойти к предстоящим соревнованиям в Грозном. В этом году, честно говоря, мы думали, что соревнования не будут. И за месяц, даже меньше месяца было, вот, буквально 3 недели назад нам позвонили, вот, начали подготовку. Уже в эту субботу, 25 числа, нам выступать надо. Ну, если честно, там силовые должны быть, сила вот. Потом вот техника идет, техника борьбы, под кого подстраиваешься, вот он, если верховик, надо закрутить. Силовые тоже, да, естественно. Правильный обхват кисти соперника, крепкая стойка и молниеносная реакция. Ибрагим Муталиев точно знает, как настроиться на хорошую борьбу. Только благодаря упорным тренировкам удастся добиться нужных результатов, считает спортсмен. Все начиналось с обычных состязаний на школьном дворе с друзьями. А сегодня Ибрагим – мастер спорта по армрестлингу. Я в основном борюсь боком, ну, боком вверх. Ну, в основном мне получается пока что. В дисциплине армрестлинг от нашей республики заявлено 3 человека в разных весовых категориях. Тренировочный процесс подходит к концу. И за неделю до фестиваля нужно отдохнуть и набраться сил, уверен тренер и президент Федерации по армрестлингу Ингушетии. Каждый год ингушская команда забирает призовые места. И этот раз не должен стать исключением. В этом году ребята там будут самые молодые, вот наши ребята. Я хочу вас посмотреть, как они там себя покажут. А там выступают многократные чемпионы мира, там титулованные ребята все. По тяжам, особенно по тяжам, там очень титулованные, там номер 1 в России, там мир, ну, многократные чемпионы мира. Там конкуренция очень сильная, очень сильная. История этого фестиваля берет свое начало в 2009-м, когда первый олимпийский чемпион среди ингушей Исраил Арсамаков инициировал, разработал и организовал ингушские игры. Позже мероприятие получило статус международного и носило название «Кавказские игры». И только затем фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Так или иначе, эти соревнования способствуют развитию дружеских отношений среди народов СКФО. Состязания пройдут по 9 видам спорта, в числе которых стрельба из лука, легкая атлетика, перетягивание каната, борьба на поясах и так далее. В составе сборной Ингушетии на Кавказских играх примут участие 33 спортсмена, которые будут биться за право лучшего в 8 дисциплинах. Меньше чем за неделю до старта можно с уверенностью заявить, наши атлеты готовы достойно представить республику на спортивной арене в Грозном. Михаил Танги, Магомед Дидигов, Новости 24.